Я была в отпуске, поэтому меня долго не было, уж простите меня, видео я не снимала. И вот я приехала, девчонки, с отпуска, и мои концы, конечно, девочки, желают оставлять лучшего. И солнце, и вода такая натуральная, ключевая. Все это у меня, конечно, высушилось, концы мои просто отвратительные. Но стричься я еще пока не собираюсь, и я их решила немножечко, так сказать, реанимировать свои волосы. Концы, которые у меня, вы сами знаете, мы с вами делали химию сами, вот, все хорошо, я была довольна, накручусь, и, как говорится, у меня целый день все это держится прекрасно. Но концы, конечно, сами понимаете, химия есть химия, сухие, как солома. И я решила отпускать волосы, вот, и поэтому мне надо кончики свои, так скажем, сохранить, им такой, так скажем, более достойный вид, девчонки. Какая-то вот опять смотрю, все, какая-то я тут рыжая. Ну, нет, девчонки, я не рыжая, это свет. Здесь совсем другой цвет меня, вот такой меня устраивает. Он такой, как бы, скажем, светлый, светло-русый, очень хороший, чуть-чуть даже с пепельным оттенком таким. Ну, вы знаете, я чем крашусь, да? Если кто-то будет интересоваться, это Гарньер «Песчаный берег». 8-1 номер. Так, итак, что мы делаем? Девочки, маска легче легкого. Цена этой маски, ну, прям, я не знаю, рублей 15, наверное, будет, честное слово. Может быть, 25, вот честное слово. Что мы делаем? Берем наш любимый бальзам. Было очень вопросов в тот раз, а какой бальзам, а какой что? Девчонки, вот что у вас есть? Маска, бальзам, любой, тот, которым вы пользуетесь, да? Вот, любой, 2 столовые ложки. Повторяю, любого бальзама или любой маски, которой вы пользуетесь. И единственное, что мы сюда, девочки, с вами добавляем, я его очень люблю. Я не знаю, как вы, но я люблю. Это глицерин, девчонки. Берем и добавляем чайную ложку глицерина. И все. Сейчас мы с вами это сделаем. Давайте вот вы сейчас посмотрите на мои отвратительные концы. Пожалуйста, не пишите, я вас очень прошу. Я сама вижу, что волосы оставляют желать лучшего. Ну, девочки, ну что делать? Ну, химия, сами понимаете. Химия, это как, вы знаете, я всегда говорю девчонкам, это по сравнению как с удобрением. Волосы прут, растут сильно, а вот вид красивый, кудрявый, но волосы портят, так скажем. Так, чайную ложечку берем и добавляем глицеринчик. Да, чайную ложечку. Вот, достаточно. Чайную ложку глицерина вот сюда добавляем. Все. Размешиваем это все и наносим на наши кончики. Это можно прям вот делать руками. Я вот сейчас буду это делать все руками. Размешиваем. И все, девочки, наносим. Поехали. Затем, девочки, можно взять расческу и расчесать наши концы. Я думаю, вы обратили внимание, что я наносила маску эту только на концы. На корни не наносим. То есть только на наши поврежденные концы. Аккуратно все расчесываем, чтобы наша маска легла равномерно. Вот так. Аккуратненько все расчесываем. Так, девчонки, ну пропорцию, я думаю, вы уже поняли, да? У кого волосы длинные, конечно, не как у меня, можно дозу увеличить, то есть в 2 раза. Ну, сами там разберетесь, да, девочки? Все, расчесали мы наши конечки. Теперь одеваем шапочку или пакетик, кто там, что, у кого чего есть, девчонки. Одеваем. Оставляем нашу маску на 20 минут. Можно утеплить, закрыть полотенцем или просто фенчиком сюда подуть и, так скажем, чуть-чуть утеплить. И это уже будет такой эффект, как бы с вами, знаете, ламинирование. Для чего это мы делаем? То есть тогда чешуйки под теплом лучше откроются и маска наша туда лучше проникнет, девочки. Вот для этого грев делают такой тепловой эффект, так скажем. Ну, оставляем нашу маску на 20 минут, потом сушим волосы и смотрим результат. Встретимся. Ну вот, девочки, время вышло. Я вымыла
свои волосы, то есть я смыла просто маску, посушила феном, и все, девочки, волосы, как вы сами видите, блестят. Уже у меня не солома, вполне так, так скажем, прилично, вполне можно уже идти куда-то на работу. Или я в своем случае в магазин, девочки, могу идти с приличными волосами. Ну вот, смотрите, какой блеск, девчонки, просто супер. И концы нормальные. Мы с вами стригли стрижку у меня Шеги. Крайний раз, вы помните, да? Я очень ей довольна, хорошо. Ну вот, девчонки, что нам нужно для нашей красоты и на секущих концов? По-моему, очень неплохо. Девочки, воспользуйтесь этим рецептом, этой маской. Маска замечательная, волосы мягкие, девочки. Просто чудо, блестят. А у кого, девчонок, длинные волосы, будет вообще просто шикарно. Такую маску желательно делать 2 раза в неделю. Нить красоту своих волос. Ну вот, девчонки, я очень рада. Просто замечательно, что было, да, и что стало. Разница, конечно, огромная. Ну вот, мои красавицы, кто новенький, подписывайтесь, девчонки, на мой канал. Давайте дружить. На следующей неделе я вам покажу еще одну маску замечательную. Так скажем, ламинирование волос. Тоже маска классная, я пробовала. Обалденная маска. Я с вами обязательно поделюсь. Ну, еще раз говорю, кто новенький, подписывайтесь на мой канал. Давайте дружить. Ну, а с вами была я, Рубцова Наталья. До новых видео. Пока, мои девчулечки, сатулечки. Люблю вас всех, мои красавицы. Пока.